Queridos amigos, todas las series y películas en este canal están en su idioma original ruso. Para activar los subtítulos en español, por favor, siga estos sencillos pasos. En la esquina inferior derecha, hagan clic en Configuración. Seleccionen Subtítulos. Elijan el idioma y, por supuesto, no se olviden de suscribirse a este canal. Que disfruten del cine ruso. Ты где? По пути ко мне заедешь в ломбард. На Ленинском. Если я сказал, значит, по пути. Да в любом случае. Даже если ты ехал в противоположном направлении. И спорить со мной не нужно. У себя в прокуратуре будешь спорить с теми, кто младше по званию. И по авторитету. Вы чем-то встревожены, Ася. Так заметно? Не поделитесь. Ноша, разделенная с другом, вдвое легче. Или это тайна? Да нет. Нет никакой тайны. Я без мужа, без любовника и с недавнего времени без работы. Сожалею. Зачем вам сожалеть? Вы же пригласили меня отдохнуть, и это такое прекрасное место. Очень приятна ваша лестная оценка моего ресторана. Вашего? Ну да, да, это мое детище. Для души. Этакий заповедник. Резервация. Понимаю, да. Очень удобное место для... Для? Вы хотели сказать, для первого свидания? Боже упаси. Боже упаси. Хотя, будь мне лет столько же, ну, сколько, скажем, Александру, пожалуй, я тоже смотрел бы на вас такими же, как у него, влюбленными глазами. Влюбленными? Как сказали вы, барышни прошлых лет, оставьте, оставьте. Мне так не показалось. Ах, кокетничайте, кокетничайте. Нет, серьезно. Вы смотритесь очень, очень органично, очень красивая пара. Ой, я вас смутил. Ай, бога ради, простите мою болтовню. Не сочтите мой тон за отцовский, что ли. Я окину вас ненадолго. Оставлю вас ненадолго, дорогая. Оставлю. Саша. Мой добрый Александр. Пожалуйста, закажи себе что-нибудь. Не хочу сегодня никуда спешить. У вас планы на нашу случайную гостью? Планы? Саша. Нет, планов нет. Мне просто приятно пообщаться с интересным человеком. Лерка, прости меня, пожалуйста, я... Да нет, это ты меня прости, я сорвалась. Слушай, меня ты сейчас где? Я рядом. Ты что, следишь за мной? Ну, слежу, чтоб ты дров не наломала. Что ты там задумала? Молчу, давай, слушаю. А вот и я. Извините, Евгений Михайлович, в этих перемещениях забылся. Могу я сесть? Спасибо. Вот.
поговорим, по делу говори. Нужно найти одного человека. Есть фото. Плохонькое, правда, но есть. Что натворил человек? Да, примечает состоятельных дамочек в торговых центрах и ресторанах. Очаровывает и грабит квартиры. Моего клиента интересует случай, произошедший именно в вашем ресторане. Вот фото этого человека. Нет, Лер, уже же подробности я выведать не смогу, прости. Она ничего не будет говорить, особенно фамилии. Она, конечно, много болтает, но никогда ничего про своих клиентов никому не рассказывает. Так что забудь. А зачем тебе вообще Тлорилас домушник? Изловлю его на живца. Ну, а иначе зачем такая красота пропадает? Слушай, я решила притвориться богатой содержанкой. Интересно. А как он тебе вообще? Ну, вообще, ты знаешь, он такой дядечек очень вежливый, как из прошлого века. Очень даже ничего. Ну, так замутила бы с ним. Ася, опять ты за свое. Я что, не знаю, кто такой Коловетов? Я все-таки в прокуратуре работаю. Но чего не знаю, вечером мне расскажешь. Ночевать я приеду к тебе. А, да, и самое главное. Теперь я – это ты. У моего клиента вскрыли сейф. Документы, информация. Простите? Я имею в виду, что глупо искать деньги за деньги. Значит, исчезла информация. Я, Евгений Михайлович, не уполномочен. Ладно, это не важно. Иди уже. И успокой своего заказчика. Я принял к сведению, и я найду вашего коварного обольстителя. Всего доброго. И не забудь скинуть мне фото. Да, конечно. Встретили знакомого? Да, это знакомый не из тех, с кем хотелось бы видеться в таком приятном месте и такой приятной компании. Не против продолжить наше знакомство, Асенька? Евгений Михайлович. Ой, Бога ради, умоляю. Просто Евгений. У меня достаточно всяких недугов, которые напоминают мне о возрасте, и не стоит заниматься тем же самым. Я вас прошу. Пожалуйста. Хорошо. Ну, какая милая, открытая у вас улыбка. А хотите, улетим с вами прямо сегодня в Париж? Нет. Рим? Нет. Может, просто побродим по городу? Евгений Михайлович, я... Да-да-да. Простите, Евгений. Спасибо. Знаете, чего я хочу больше всего? Я очень хочу домой. Я очень устала. Я, правда, сегодня очень сильно устала. Надеюсь, что не от меня. Конечно, нет. Но мы же увидимся. Да, я не вижу никаких препятствий для этого. Как хорошо вы сказали, как просто. В таком случае мой оруженосец, нет, адъютант, мой Александр отвезет вас. О, забыл. Это вам. А, минутку, нет. С вами нужно быть очень осторожным в предложениях. Сейчас я сформулирую. Я прошу вас принять от меня маленький подарок, который сделает ваши нежные руки чуть более изысканными. Боже мой, что я несу? Просто подарок. Ну, я не могу принять такой подарок, правда. Агнесса, давайте оставим шаблоны. Не могу. Можете. Это вас ни к чему не обязывает, поверьте. Просто доставьте мне удовольствие. Увидеть это кольцо на вашей руке. Когда-то оно было сделано по моему заказу, но потом было утрачено. И так и не встретилось со своей хозяйкой. А сегодня совершенно чудесным образом возвратилось. И я в этом вижу какой-то знак.
прошу вас. Вот. Агнесса, голубушка моя, вы меня покидаете. И у меня непреодолимое желание напиться в одиночестве. Неужели мой отказ продолжить вечер тому причиной? Не, ну что вы, что вы. Все прекрасно. Все было изумительно. Вы подарили мне этот вечер. И он не забывает. Ой, осторожно. Но мог бы и не заметить. Видите, в каких я надежных руках. Я вижу. Александр домчит вас до вашего замка и мигом вернется за мной. А сейчас давайте попрощаемся. Долгие проводы, лишние слезы. Прошу вас. Я согласна. Агнесса, вы прекрасны. Спасибо. Я уже в предвкушении нашей следующей встречи. А может, завтра? Программа по вашему желанию. Ну, я согласна. Тогда весь мир к вашим ногам. Спасибо. Саша, беречь эту девушку, как синица окуня, понял? Да, Евгений Михайлович. Беречь, как зеницу окуня. Да, она чудо. На нее мы и поймаем этого дамского угодника, этого Дон Жуана. Обидчивка доверчивых барышень. Не понял. Вернешься за мной, я все объясню. Поезжай. Ай, не торопись. Я сегодня хочу побыть один. Мать даешь, сам Коловетов. Ты про Евгения Михайловича? Угу. Ну вот скажи, что в нем такого особенного, я не понимаю. Кроме его пристрастия к вежливым манерам. Да ты что, Коловетов, он в свое время не то что бандитом был, он такие дела проворачивал, ого-го. Да? Да, а потом он уехал в Европу, а потом начались все эти махинации с картинами, ну, помнишь? Мошенник? Нет, да ты что, наоборот. Он возвращал сюда, в Россию, то, что когда-то в лихие 90-е ушло за бугор. Подожди, а ты же мне говорила, у вас в прокуратуре его знают. Да, знают. Жалоб на него очень много. Я, конечно, все проверяла. И ты знаешь, он всегда прав. Да. А у истцов рыльца в пушку. Ну, он такой современный Дон Кихот. В возрасте, но очень-очень обаятельный. Дон Кихот. И оруженость у него такой, ничего, симпатичный. Лерка, а вдруг это судьба? Ну, случайная встреча, ты идешь, он идет. Коловетов – моя судьба? Удалите мне принципы хирургическим путем. Коловетов. Нет, я не про него. Я про Санчо Пансу. А, про Сашу? Да. Про Сашу. А Саша, кстати, сидел в тюрьме. У него татуировка на пальце сведена. Да? Ну и что? Ну, хотя нет, это жалко, конечно. Слушай, давай за любовь, а? Давай. Так, тарелочки. Ась, а вот скажи, а как думаешь, я могу сойти за содержанку богатого папика? Ну, что значит сойти? Ты реально стать можешь, понимаешь? Ты мне лучше расскажи, что это за история, что ты теперь, это я. А, да, для Коловетова и Александра я Ася. С чего это? Как с чего? Надо было быстро какую-то легенду придумать. А легенда как придумывается? С реального человека. А ты у меня реальный человек. А, ой, спасибо большое за оказанную честь, достоинство. Асечка, за тебя. Здрасте. А вы кому, молодой человек? Простите, это не ваше дело. Интересно. Доброй ночи.
Может быть, резонансное дело. Ася, это будет победа. Да, понимаешь? Это будет резонанс. Я тебе его обещаю устроить во всех СМИ. Лерка, какая же ты крутая, а? Ой, подожди, подожди. Да, еще посмотрю колечко, пожалуйста. А, пожалуйста. Расскажи, умоляю, что это? Это кольцо. Оно называется... ни к чему не обязывающее кольцо. Вот, я бы говорила, значит, я трезвая. Не, ну как так? Объясни мне, вот как так? Я тебя обула, одела, умыла, накрасила. А тебе, не мне, заметь, тебе какой-то старикан дарит колечко. И потом ты еще загадываешь желание, что ты хочешь вернуться в серую контору. Зачем? Зачем? Асенька, мне кажется, нам пора спать. Нет, подожди, а поговорить? Мы же только начали. Мы уже поговорили. Ты забыла вообще, какой завтра день? Завтра, какой? Завтра день меня новый. Ну? Вернее, нет, не меня, а Аси содержанки. Вот. Господи, это мне надо завтра 2 часа, чтобы вот так накраситься, как сегодня. Я тебе помогу. Ну, хорошая. Как мне Головетову уговорить пойти со мной в торговый центр? Зачем? Я хочу поймать этого домушника-обольстителя, про которого Жужа рассказывала. И? Ну что и? А где обычно ловят содержанок богатых папиков? Только в торговом центре. Логично. Логично. Логично, и? Ну что и? А он наверняка меня поведет в музей, в консерваторию, в вернисаж. А ты? Господи, что я? Мне придется сказать, что у меня аллергия на высокое искусство. Вот. Ну вот, вот кто теперь на тебя глядя скажет, что ты прокурорша, а? Ася, давай, я не знаю, за высокое искусство. Добрый день, Саша. Добрый день. Где Евгений Михайлович? Евгений Михайлович, пришлось уехать на пару дней. Мне наказано вас утешить и от мыслей печальных отвлечь. Прекрасно, Агнес. Так уж и прекрасно. Да. Спасибо. Ну, что? Куда мы отправимся? Куда прикажете? Прекрасно, Агнес. Господи, как день хорошо начинается, а? Да, загадочный ваш друг Евгений Михайлович. Своеобразный. Как он сам о себе говорит, не своевременный. Ценитель предметов искусства, таких раритетных вещей, как честное слово, честь, совесть. Обратили внимание на его манеры? Настоящий рыцарь. Спасибо. Я сама. В общем, наша прогулка вас ни к чему не обязывает. А Евгению Михайловичу будет бесконечно приятно, если он доставит вам удовольствие. А вы? А я буду счастлив тоже. И будете рядом? Все непременно. А если я для начала попрошу не совсем возвышенной культурной программы? Ну, если это вас не скомпрометирует. Давайте тогда погуляем по торговому центру. Хорошо. Честно говоря, я удивлен. Ожидал какой-то вашей залихватской репортерщины. Про несмыкающий глаз целителей, чьи золотые руки творят чудеса на зависть библейским. Именно. Ну да, вы действительно удивительные люди. Это же сколько надо терпения, помимо всего прочего. И потом не всегда удается помочь, да? Да, к сожалению, не всегда. Но работа такая. Ну да. Скажите,
Может быть, мы с вами встретимся в более уютной атмосфере. Ну, не знаю, еще раз обсудим статью, я что-то вспомню. Или просто погуляем, кофе выпьем. Что скажете? Я? А, да. Да, я с удовольствием. Только я буду немного занята. Подруга попросила помочь. А, какие-то женские дела? А вот вы зря иронизируете. Между прочим, моя подруга работает в прокуратуре. Да, именно сейчас она ловит очень опасного мошенника. Да, очень интересно. Все, больше ничего рассказывать не могу. Какая-то секретная информация, да? Да. До вечера. А, секунду. Знаете, я боюсь, что освобожусь сегодня не раньше 10. А это ничего. Мне можно допоздна, я девочка взрослая. До свидания. Все. Здорово, Костян. Я вчера вечером заезжал к прокурорше, ее дома, правда, не было. Сегодня еще раз заеду. Смотри, вчера мы вместе с шефом, точнее он, познакомились с одной удивительной барышней. Утром он улетел, а мне наказал барышню выгуливать, но не просто так. В общем, мне приказано на нее тебя, ну, как бы на фото изловить. Нет, фотографию он только сегодня утром прислал. Кстати, хороший вопрос, откуда у него твоя фотография? Погоди, погоди, тут еще интереснее. А как ты с ней познакомился? Просто по дороге. Каблук сломала. А, девочка, просто огонь. Пропал я, в общем. Умница, красавица, журналистка бывшая. Имя еще такое редкое. Агнесса. Да откуда же я знаю, какое у нее уменьшительно ласкательное. Ну да, Ася. Да-да-да, точно. Ася. Даже так. Ты ничего не путаешь? Да, имя нераспространенное такое. Агнеса. Так, приезжай сюда срочно. Срочно, я сказал. Ну и что там с прокурором? А что там с прокурором? Приезжал в Льеж, просил человека найти. Теперь понятно, что тебя. Откуда у прокурора твоя фотография? Фотографию сделала Марина Кравченко. Здесь я, конечно, прокололся. Смотри, какая пошла. Так это она и есть. Агнеса? Угу. Так это не моя, вернее, не та, которую я знаю. Серьезно? Угу. Совпадение? Не думаю. Подруга моей Агнесы работает в прокуратуре и сейчас ловит на живца. Догадайся, кого? Мошенника. Вот зачем она здесь. Ой, чуял я, что что-то не так, что играет она. А такая приятная женщина, Костя. Сань, давай сейчас только не про любовь, ладно? Ладно. Пойду познакомлю, что ли? Чего? Ну, обольститель я или нет? Вы же с лжеагнесса меня ловите, правильно? Вот сейчас живец все и узнает. Добрый день. Я прошу прощения, что я вот так спонтанно к вам подхожу, но поймите, мое сердце просто подвело меня к вам, царица Севера. Обычно я никогда не знакомлюсь с людьми в общественных местах, поэтому давайте сразу же пропустим все шаблонные псевдопричины. Я, например, могу помочь вам с пакетами. Как пара лишних рук, вы можете называть его хозяина, не знаю, носильщиком, а я буду называть вас исключительно госпожой. Позвольте вашу ручку. Уверен, у вас очень редкое имя. Прошу вас, проходите сюда. Да. Какая Индира? А? Так он или похож? Понял. Че, погнали? Засветился, походу, наш Костя. Тёлку какую-то козырную зацепил. По бутикам лазит. Шефу звонить будем? Зачем? Сюрприз?
Ася! Ася, Агнеса! Что? Садитесь в машину, быстро! Почему она так садится? Садитесь, пожалуйста, в машину, я все вам объясню. Это и есть ваша работа допоздна, да? Пожалуйста, поехали, садитесь в машину. Да, слушаю. Что? С кем? Да ладно. Пульс в норме. Лер, не волнуйся, все хорошо. Мы в доме моего шефа, здесь безопасно. Угу. Значит, Лера. Да, Лера. Я работаю в прокуратуре. В прокуратуре? Мой отец работал в органах. В 93-м году его уволили. Вернее, выкинули с работы. За то, что он был слишком упрямый, слишком упертый и честный. Он долго искал работу, устроился охранником в ювелирном магазине. Вскоре там произошло нападение. Нападавших было двое. Одного он смог поймать, а второй смертельно ранил его и скрылся. Отец пролежал в больнице 2 месяца, а потом его выписали, чтобы он дома умирал и своей смертью статистику больницы не портил. И вот тогда я пообещала отцу, просто пообещала, дала клятву, что буду служить закону. Но мне страшно, Саша. А ювелирный — это тот, что на Ленинском, который теперь ломбардом стал, да? Да, да. Откуда вы знаете? Я тогда был там. Ваш отец задерживал меня. Нет, этого не может быть. Ну, разве в деле не фигурируют фамилии нападавших? Архив сгорел в 98-м году. И дело вместе с ним. Рассказывайте. Рассказывайте все, что вы знаете. Да, золоченая, да. Да, для девочки. Ограбление! Всем лежать! На пол! На пол, я сказал! Быстро! Легла на пол! Лег на пол! На пол, лег! Ну! Ты что встал? Бей стекло, собирай цацки, бегом давай! Здесь деньги где? Быстро! Быстро, пошла, показывай, ну! Давай быстрее! Не надо, не надо, сейчас! Иди, я тебе говорю! Не надо, пожалуйста! Уходим, уходим, уходим! Стоять, парни! Я сказал стоять! Повернулись оба! Ствол брось! Я сказал, брось ствол! Бросай пушку! Бросай, пока ему башку не разнес! Мама! Помогите! Кто-нибудь! Помогите! Оля! Дальше. Да, что дальше? 90-е. Вся эта бандитская романтика. Я не знал, что у Лехи есть оружие. Это, конечно, меня никак не оправдывает, но я свое отсидел. От звонка и до звонка. Леху я не сдал, он приходил ко мне в СИЗО, обещал, что мою долю передаст маме. Но мама не дождалась ни денег, ни меня.
Она умерла, пока я сидел. Когда я освободился, я пытался его найти, но это оказалось невозможным. Вот на работу взял меня Коловетов. А вы в курсе, что девочка, в которую попала пуля вашего подельника, сейчас инвалид? В курсе? Да, я в курсе. После освобождения я помогал ей деньгами и лечением. Благодаря этому с Костей познакомился. Саш, мне кажется, сейчас самый лучший момент передать документы из рук в руки. Да, пожалуй, ты прав. Любимовой Валерии Станиславовне. Кстати, она тот самый прокурор, которого мы никак не могли застать дома. Откуда у вас эта папка? Та женщина с ключами от квартиры, любовью которой я так вероломно воспользовался. Простите, Ась. Оказалась женой Кравченко КС. Ну, а в квартире Кравченко в сейфе я, собственно, извлек все эти бумаги, когда искал факты о его прошлом. Так, а Кравченко? Кравченко это все зачем? Кравченко это и есть Леха. Леха Пивоваров это и есть Кравченко. Это он убил вашего отца и сделал девочку инвалидом. Долго был в бегах. Потом решил, что тут все забылось, решил вернуться. Я случайно его встретил. Он, конечно, сильно изменился, но я его узнал. Я свое отсидел. В тюрьму я больше не хочу. Но я очень хочу его наказать. По закону. Помогите мне. Как я могу помочь? Эта папка нам ничем не поможет. Здесь только на административку. А если по делу отца, то... Что вы хотите? Столько лет прошло. Нужно какие-то живые доказательства, признание, если по закону. Позвольте колечком полюбоваться. Да, пожалуйста. Кстати, если речь зашла о законе, помните ресторан, в котором мы с вами познакомились? Вы еще отлучались ненадолго? Приезжал Глупцов. Прямо в прокурорской форме, колечко-то привез. И еще просил Евгения Михайловича тебя найти. Я и нашелся. Ну, конечно, помню. Конечно, еще подумала, что он может делать в этом ресторане Голубцов. Ну, теперь понятно, как эта папка исчезла из прокуратуры. Да. Я только не понимаю, зачем Кравченко Пивоварову эта папка. Там же ничего существенного. Хотя Кравченко по этому делу пришлось бы медосвидетельствование пройти. Это раз. Потом историю нарушений ПДД от ГАИ предоставить. Это два. И три – это права. Да. А если фамилию он менял, то старый засветится. Ну, вот этого ему как раз и не надо, чтобы старое всплыло. Чтоб все узнали, кем он был раньше. Ты колечко не узнаешь? Нет. Это то самое кольцо, которое я извлек из сейфа Кравченко вместе с документами. Очень тонкая работа. Саня, ты куда его сдал, а? Нужно что-то придумать, что нам делать дальше. Так, давайте сначала я сварю кофе. А потом мы будем думать, что делать дальше. Все согласны. Значит, ты моих пацанов приземлил. Фраера, которого они вычислили, себе забрал. Ну а что так по беспределу-то, а? Так получилось. Мне очень нужно было. Ну а меня зачем вызвонил? Да и телефон откуда взял? Телефончик на листочке был, листочек в папочке. Но на папочке надпись. Дело. Вот оно как. Значит, деловой разговор у нас предстоит. Угу. Ну и что ты хочешь? Денег. Сколько? Я думаю, мы договоримся. Взглянуть могу? Смотря на что. На папочку. Да легко. Агнеса. Вот та самая папочка, за которой ты так нервно бегал. Значит, ты этого фраера взял, а при нем вот это, да? Не при нем. У него нашел. Что-то не устраивает? Это откуда? Руки придержи. Что не так? Да вы что, прикалываетесь, а? Развести меня решили?
Ты что думаешь, я не знаю, чей это кабак? Колечко у нее откуда? Этот фраер мою квартиру обнес. Потом ты его у моих пацанов отбил. А теперь я за это башляю. Кто это все придумал? Коловетов? Устрицы старые. Язык придержи. Уверен, что твое кольцо? Уверен. Ни с чем не спутаю. Ну что теперь скажешь? Колечко это ей Коловетов подарил позавчера, а ему человечек принес. Кто? Позвони ему. Пусть приедет, объяснит, откуда кольцо. Скажи, Коловетов ждет. Я его знаю. Где Евгений Михайлович? Вам нужен шеф или то, о чем вы его просили? Оперативно. Ну, а где человек? Правильный вопрос. А где человек? Какими судьбами? Ну, значит, сюрприза не получилось, но самое главное, вижу, папка нашлась. Не умничай, Голубцов, сядь! У меня только один вопрос, Голубцов. Где ты взял кольцо, которое позавчера сюда Коловетову привез? Кольцо? Угу. Кольцо взял в ломбарде на Ленинском. Угу. Коловетов попросил захватить на пути. Что ты гонишь, прокурор? Ты же у меня это кольцо отжал. Послушайте, это... Продолжай. Кольцо я взял в квартире, там же, где и документы. Голубцов сказал, вынесешь квартиру, прощу. За что простит? Да был у меня должок перед ним. Отмазал как-то. И? Ну, я дело сделал. Привез ему все папки на стрелку, как и договаривались. Говорю, бумаги ваши, цацки мои. Он говорит, покажи, что себе оставил. Ну, я ему одно кольцо и достал. Он забрал, говорит, остальное тоже давай. Ну, я понял, что все это кидалово. И слинял. Кольцо у него осталось. Думал, еще пару богатеньких дам охлобучу и слиняю из города. Да, все-таки я был прав, Голубцов. Твоих рук дело. Браво. Знаете, лопнуло мое терпение, Кирилл Сергеевич. Или как там по-настоящему? Алексей Николаевич, кажется, урожденный пивоваров. Тихо. Не дергайся. Не дергайся. Удивлен, да? Только мой спектакль, в отличие от вашего, чистая правда, да, пивоваров? Что, архив сгорел? И все концы воды, все позабылось, да? Тупое ты животное. Угу. Тупое ты животное. Долго. Долго я тебя пас. Выращивал, как поросеночка к Рождеству. Для этого я познакомился. Все доказательства бы собрал. А потом тебе бы и продал. Да, только не за те поддачки, которыми ты меня кормил, а за немалые деньги. Да вот, только твой наезд на этого деда чуть все не испортил. И пришлось от Горелого тебя спасать. А да, иначе бы принципиальная дура это от тебя бы раскрутила. Я бы остался ни с чем. Вот, а теперь все надо быстро восстанавливать. Быстро и без наркоза. Ты понял? Тупое животное. А теперь внимательно подумай своей башкой, сколько ты готов заплатить за то, чтобы не оказаться на нарах. А? Ну давай, переваривай. Ну, а теперь с вами, пионеры. Дождемся господина Коловетова. Может, вдруг ваш благородный дурачок за вас заплатит. Только вначале вы мне расскажете всю правду. Кто это придумал и ради чего? Жаль, что вчера я успел только под занавес. Никак не ожидал, что сие действие разыграется так быстро. Но с восхищением и неотрывно наблюдал. Саш, помоги. Благо и в доме, и в ресторане везде камеры.
Шашлык. Я имел возможность видеть все, что происходит. Кстати, проникновенная речь вашего смышленого коллеги – это что-то. Это что-то. И улика, я думаю, убийственная, да? Как и это кольцо. Моя милая лже-Агнесса. Из-за этого кольца я много лет не общался со своим другом. И тут он неожиданно позвонил и говорит, что кольцо принесли в ломбард. А ломбард этот в 93-м был моим ювелирным магазином. Да. Тем самым ювелирным магазином. Его ограбили и унесли кольцо, которое Армен сделал для моей иностранной возлюбленной. С Арменом я поссорился. Возлюбленную потерял, потому что не мог выехать из страны. Сколько бед из-за одного негодяя. Я должен... Саша, Саша, ты ничего не должен. Неужели ты думаешь, что, нанимая тебя, я все о тебе не выяснил? Я все знаю, ты все искупил. А вы великолепно вывели на чистую воду этих негодяев. Преступник жаден. А кто жаден, тот глуп. И вы очень здорово одурачили их. Как говорили в моем детстве, обманули дурачка на 4 кулачка. Слушайте, давайте выпьем уже, а? Да. Ну, в конце концов, за советника юстиции, за твое восстановление, Лер. Нет, давайте за это не будем пить. Меня восстановили, но я не хочу возвращаться на службу. Да ладно? Да. Хочу жить обычной. Обычной, нормальной жизнью. Я выполнила обещание, данное отцу. И много себе доказала. Давайте за счастливую жизнь. Да. За счастливую жизнь? Да. Ура! Хороший тост. Молодец. Ну, а теперь шашлык? Угу. Шашлык, шашлык. Да. Да, господа. Да. Я занимаюсь этим. Держи. Спасибо. Всем по 2. Для начала, пока остальные дойдут. Саша, по-моему, даме нужна поддержка. Да-да-да, Сань, давай. Я понял. Евгений Михайлович, первая проба с вас. А это я прихвачу. Здесь как-то романтичнее, да? Спасибо, Агнесса.